Тенчик уже совсем. Совсем уже, да? Уже ходить на третий день. Не надо, то он не знает, куда идти. Третий день маленькая горлица уже начала ходить. Интересуется, откликается, когда его зовут. Тихо. В писаку пошел. К маме пошел. Мама. Иди сюда. Мама. Тихо. Не трогай. Мама, к маме пошел. О, тепленькая мама. О, боже мой. Ты смотри, как он привык ко мне. Бери. Цыпулька, бегай. Хорошенькая орелочек. Хороший орел. Да. Не хороший орел. А ну, птичь, а ну еще. Вот. Третий день. Скоро, скажи, вырастим и побежим. Скажи, а ну, Иса, возьми его и посади на пол. Я опять отойду. Ну не надо, давайте потише. Ку-ку-ку-ку-ку. Сейчас надо посадить. Он отвлекается, вообще реагирует на это. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Мама меня бросила, сказала, ушла. Только не делитесь. Он не хочет там сидеть, потому что он же не интересуется. Надо ходить, надо мир узнавать. Тихо. Птиц. Надо уже зернышки им, бабали, говорит, зернышки надо, пшено купить, он должен сам пытаться клевать и кушать. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Где твоя мама? Мама, где мама? Твоя мама. Тихо. Тихо, не трогай. Теперь кошак.